это такая шутка, немножко неуместная, наверное. Он таким образом попытался обратить внимание на уехавших испуганных патриотов, как кое-кто их называет. Вот, и что в Москве остались те патриоты, которые не испуганы, их невозможно напугать. По-моему, не очень удачная такая шутка. У нас политологи много глупых заявлений делают постоянно. Ну что, на каждое заявление там Кремль или кто-то МИД должны реагировать. Вот. Надо сказать, что и МИД, и Кремль иногда допускают достаточно глупые заявления. Что, ну что, что ты поделаешь. Маркова, наверное, ниоткуда просто увольнять. Он там сам по себе откуда его уволят. Ну, я не знаю. Ну, по крайней мере, азербайджанская сторона против него уголовное дело не завела, как против меня. А вот надо бы армянской стороне тоже вот взять этот пример азербайджанцев и те, кто делает антиармянские заявления, завести против них уголовное дело. И посмотрим, что МИД России скажет на это, как они начнут возмущаться. Вот там, значит, каких-то российских политологов не пускают в Армению, там, или депутатов не пустили в Армению. Сразу МИД наш начал возмущаться. А вот что против меня возбудили уголовное дело в Азербайджане за высказывание, это совершенно возмутительная вещь, и все молчат, МИД молчит. Вот. Так что если Армения вот заведет дело против парочки российских политологов за антиармянские высказывания, это могло бы как-то растормошить ситуацию, заставить российский МИД реагировать.